Ребята, всем большой привет! Меня зовут Даша, рада приветствовать вас на своем YouTube-канале. Наконец-то я появилась снова с вами. Неделю назад я прилетела с мужем с Абхазии. Да, мы были в Абхазии, это было просто неожиданный сюрприз для меня, потому что я не знала, куда мы летим, и вообще не думала, что мы куда-то полетим. Мы хотели нашу годовщину отметить как-то по-спокойному, по-обычному, но муж решил за меня, что мы полетим, и это было просто потрясающе. Сегодня расскажу вам о нашей поездке, что мы делали, вообще об Абхазии, менталитете этого народа и плюсы и минусы посещения. В первую очередь я хотела бы, чтобы вы написали в комментариях, были ли вы где-то в этом году в Абхазии или еще где-то, потому что коронавирус, он дал о себе знать многим людям, и поэтому не все смогли финансово поехать куда-то. Поэтому мне будет очень интересно, куда вы ездили, какие-то свои советы и вообще в целом, как вы относитесь к отдыху на море. Сегодня мы поговорим об Абхазии. Эта страна достаточно удивительная, интересная. Так как у нее есть свои плюсы и минусы, я бы хотела затронуть каждый из аспектов. Дело в том, что Абхазия — это достаточно бюджетный отдых. Нам обошлось это все с туроператором поездка на двоих, 5 дней. Мы были примерно где-то 6 ночей, 5 дней были в отеле. Он был напротив моря, то есть 10 метров от моря. Это было просто потрясающе. И в то же время нас и отвезли туда, сочинского аэропорта на место в Абхазию. Мы прошли проходной пункт паспортного контроля, и также нас забрали оттуда, и билеты входили в стоимость, сами билеты с аэропорта, авиакомпания «Россия» была, вот, и все вместе у нас получилось 30 тысяч. Я считаю, что достаточно бюджетно, очень бюджетно, на мой взгляд, и поэтому я бы хотела с вами поделиться своими впечатлениями и рассказать, стоило ли оно того. Конечно, безусловно, в каждой своей стране есть свои нюансы, свои какие-то аспекты, и мне кажется, это видео должно помочь тем, кто сомневается, ехать или не ехать, потому что большинство видео на YouTube про Абхазию очень негативные, и люди пишут о том, что это ужасная страна, туда ехать ни в коем случае нельзя. Безусловно, да, как я уже говорила, есть свои нюансы, и нужно их учитывать при поездке в любую страну, независимо от того, что пишут про нее в пространстве интернет. Вот, поэтому давайте с вами поговорим о плюсах поездки и что мне там больше всего понравилось. Безусловно, это чистые пляжи. Чистые пляжи, потому что там больше девственная природа. Я не люблю Анапу, Сочи и тому подобное только из-за того, что там негде ступить, вы приходите на пляж, там друг на друге, грубо говоря, лежите и не можете отдохнуть, расслабиться возле моря, вы даже звук моря отчетливо не можете услышать из-за громкой музыки, из-за постоянных торгашей, которые ходят и продают свои какие-то товары. Ну, также и люди громко могут смеяться, разговаривать, дети плакать, не знаю, там что еще, курят, пьют, матюкаются, ну, то есть все-все-все, весь букет, который можно встретить, мы можем как бы в Краснодарском крае увидеть. Да, это есть такой нюанс, и поэтому мне очень понравилось в Абхазии, из-за того, что там мало количество народа, все равно меньше, чем в каких-либо других местах. Мы были конкретно в Новом Афоне, это самая такая историческая точка в Абхазии, на мой взгляд, там больше всего находится достопримечательностей, и это такой город не совсем курорт. Например, в Гаграх мне не очень понравилось, хотя там не была, мы были там проездом, когда ехали. Ехали в аэропорт днем, и мне там абсолютно не понравилось, я вам расскажу почему. Вот, поэтому всем советую, если вы хотите поехать именно в Абхазию, то загляните в Новый Афон, там достаточно интересные есть места. Если вы найдете номер поблизости, то будет он рядом с морем и рядом с красивыми местами, где очень мало людей.
Также, что бы хотелось отметить из плюсов, это чистое море. Оно намного чище, чем в Краснодарском крае. Я была в Туапсе, там поселок Новомихайловский, я была в Сочи самом, то есть много где побывала, и у меня сложилась такая картина мира, вот даже про Крым сам тоже. Картина мира такая определенная сложилась, то что это чем больше людей на море, кто отдыхает, тем больше грязи на пляже, грязное море, и вообще не хочется как бы даже там быть абсолютно, то есть ты не отдыхаешь, ты напрягаешься, очень много людей неизвестных, и как-то это все угнетает, вся атмосфера. Если вам нравится уединенная обстановка, хотите вечером попить чай на берегу моря, там, или взять с собой шампанское, пиццу, фруктики, посидеть с друзьями, пообщаться, либо там с молодым человеком, либо со своей девушкой, женой, с мужем, с семьями, то это реализуемо в Абхазии. Что еще из плюсов? Это девственная природа, как бы туда входят и чистые пляжи, и чистое море, но, конечно же, девственная природа, почему я так говорю, потому что цивилизация до Абхазии доходит, но не так быстро, как нам это бы хотелось, ну не нам, а людям, которые там проживают, и поэтому там очень много мест, которые еще не затронули люди для каких-то туристических целей. Есть очень много заброшенных зданий, но это, там есть и плюсы, и минусы этого. Вот, если вам нравится что-то такое историческое, нетронутое, но при этом с какой-то своей атмосферой, я покажу вам пару вещей, которые, где мы были, мест, точнее, где мы были. Это, например, станция у них есть очень интересная советского времени, водопад ГЭС. Ну, как бы это люди сделали, сам этот водопад, но он очень красивый, интересный. Там очень много храмов. Если вы верующий человек и вы хотите какое-то святое место посетить, как бы Новый Афон считается святой землей, и поэтому, мне кажется, будет интересно людям, которые в этом живут, посетить это место и приобщиться к этим храмом и тому подобное. Также там есть мощи, правильно, не знаю как, вот, поэтому вам будет, мне кажется, больше всего интересно. Еще там очень много разных красивых видов абсолютно. Там есть парк Приморский, очень советую вам посетить его, потому что он очень чистый, аккуратный, там можно покататься на лодочке, посмотреть на страусов, там есть павлины, есть гуси, уточки, есть еще какие-то птицы, но я запамятовала. Да, я уже точно не помню. Там очень много зверей, есть пони, и это вы бесплатно можете посмотреть, то есть это как мини-зоопарк. Я, конечно, против такого, в последнее время стала каким-то противником зоопарков и цирков, но если вам интересно посмотреть, за ними ухаживают абсолютно, они там кайфуют, я тоже наблюдала, их никто не бьет, не обижает, вот, поэтому мне кажется, будет тоже интересно посмотреть на это все. Что еще бы я сказала из плюсов? Ну, наверное, это все-таки цены. Цены, да, безусловно, мы вернемся к этому. Цены там приемлемые, но вот пошли минусы. Они все как бы примешиваются. Плюсы с минусами очень сильно примешиваются. А именно, фрукты вы купите, но купите вы не абхазские фрукты, вы купите фрукты, которые они закупают в Краснодарском крае, в Сочи, через границу провозят. Потому что фрукты у них стоят так же, как у нас в супермаркетах в обычных городах. И мне это как бы не очень понравилось, потому что я хотела приехать, поесть там ягодок, фруктов и вообще на море, здорово. Но цены меня космически удивили. Ну, для меня это были космические цены, потому что у них тропический климат, приятный, где все растет. Народ этот почему-то не собирает свои фрукты, но не все, я не могу говорить за всех людей, я говорю за большинство торгашей.
людей, которые продают все это дело, они как бы почему-то закупаются и не собирают, не ухаживают за своими фруктами и овощами и тому подобное. Вот, поэтому как-то, да, это для меня был минус достаточно большой, но мы брали немножко, они, конечно, вкусные, слаще, чем в магазине, но вот эта разница цены, я помню, что приезжая даже в Крым, там было гораздо дешевле покупать что-то, потому что было все свое. Как бы этого не додали, вот, поэтому... Мне кажется, что это тоже такой нюанс, но не сильно весомый. А самый весомый нюанс сейчас я вам расскажу. Я думаю, многие знают, что в 90-х годах, в 2008 году, Абхазия и Грузия, у них были столкновения. Да? Не буду говорить какие-то слова определенные, потому что меня могут заблокировать. Буду говорить так, завуалированно. Если вам интересно, вы прочитаете, это все в интернете есть. И после этих столкновений, конечно, эти два государства уже между собой плохо, ну, взаимодействуют. И поэтому так получилось, что... Так получилось, что после этого всего осталась разруха. Очень много разрушенных зданий, обгоревших после событий, которые, ну, вы можете сами прочесть в интернете. Вот, и поэтому, да, если кому-то хочется вот такой крутой цивилизации, например, такой прям чистой, ухоженной, чтобы никаких там вот таких моментов не было, то, конечно, вам туда лучше не суваться, потому что в Гаграх гораздо больше этой разрухи вы увидите и грязи. А в городе очень грязно. Прям вот правда. Мы поехали по центральной дороге мимо знаменитого отеля какого-то там. Не помню, как он точно называется. Там еще колесо обозрения. Ну, если кто-то был, тот меня поймет, о чем я говорю. Вот. И мы просто проезжали мимо и были в шоке. Мы думаем, блин, кайф. Мы были в Новом Афоне. Гораздо чистое, прикольное место. Гагры что-то в последнее время как-то все уже не блещет, как это было в советское время. Вот, и вот эта разруха, она как бы угнетает тебя, но мне понравилось почему-то некоторые вещи. Я даже с некоторыми зданиями делала фотографии, и меня это вдохновило на какие-то свои творческие моменты. Но если вам это не нравится, то имейте это в виду, это будет неизбежно. Чтобы восстанавливать это, нужны средства, а в Абхазии там очень много нюансов с экономикой и вообще совсем-совсем. Там очень много таких прям... колких моментов тоже, если вам интересно, почитайте. Я думаю, правда, чтобы поехать куда-то, нужно ознакомиться с историей и с политической атмосферой той или иной страны. Вот. Да, там проще всего русскоязычным, потому что это направлено на русское население, но, опять же, сейчас мы придем к минусам, да, то есть там есть вывески русские, все классно, как бы ты идешь, как будто ты в Краснодаре, все окей, но... Вот менталитет, он двойственный для меня оказался, и я думала, что кавказский народ, он такой гостеприимный, классный, я ехала именно за этим, мне очень нравится общаться с людьми, мне нравится изучать культуру других людей, но когда я столкнулась с менталитетом, я была разочарована. Если вы едете только за природой и вам все равно на людей, пожалуйста, прекрасный выбор и бюджетный, и вообще никто не нужен, но я как бы... предостерегаю людей, которые хотят ехать, именно девушек, женщин, неважен возраст, вот здесь я прям акцентирую возраст, не важен, сейчас объясню почему. Предостерегаю ехать людей, которые боятся за свою безопасность, не уверены в своих силах физическом, что могут убежать куда-то, или, ну, вот, да, там опасно. С точки зрения безопасности, там очень много можно столкнуться с конфликтными ситуациями. Мы как-то, ну, не особо сильно не контактировали с кем-то, но у меня даже были ссоры с местными женщинами, потому что они какие-то немножко негативные. Я поизучала этот момент, и знаете что? Я даже оправдываю это поведение сейчас, потому что я изучила... такую штуку, как... Почему они это делают? Почему мужчины у них такие добрые? добрые какие-то? Ну, не все. Опять же, есть такие торгаши, которые прям очень нагло себя ведут, и мне прям очень было неприятно с такими сталкиваться. Да, мои эмоции. Сейчас был звук, не знаю, было слышно, нет. Вот. И
женщины такие немножко негативные, именно более взрослые, вот, потому что у них не принято, чтобы девушка изменяла, то есть кавказский народ и так далее, чтобы она куда-то уходила из семьи, она прям очень в таком тоталитарном обществе находится, то есть эти традиции, они как бы остались, но мужчина как бы волен делать все, что он хочет, это, конечно же, грех, у них тоже считается, что блудить это нельзя, вот, но все-таки это их не останавливает, особенно современных людей, мужчин, они, им не важен возраст, серьезно, то есть они там с бабульками, вот у меня был случай, мы были, ну, предпоследние дни уже все, и я так захотела потанцевать, никого не было из молодых, танцевала, но как бы там были абхазцы, они увидели, что я была с мужем, а муж у меня немножко такой не русской внешности, и как бы они не стали лезть, потому что мало ли, может, это их местный какой-то, вот, и а там были женщины уж такие, прям, в возрасте, ну, как в возрасте, ну, там, 50-60, я не говорю, что 50 это возраст, нет, это может быть красоткой, но, ну, вы понимаете, о чем я, и получается, там, молодые парни, вроде такие, ничего, сами по себе, но никого не было, и они, как бы, их и за руку водили уже там, и пошли со мной, там, в машину, и это опасно, это безумно опасно, если что, девочка молодая, красивая, и я просто отошла, ну, не знаю, насколько, ну, там, метров, не знаю, там, 30-40 от мужа отошла, и, ну, мы хотели по магазинам, и уже все, я просто, это был день, ребята, это был день, вы не представляете, ко мне просто начали так вот подходить, и вот так вот за руку, типа, пойдем со мной, и я такая, господи, это день, час дня, что происходит? Да, вот такая вот история, и это небезопасно, вот вообще, тут нужно прям быть уверенным в себе и езжайте с сильным мужским плечом, так скажем. Вот, что еще можно из минусов выделить? Ну, наверное, это правила дорожного движения и вот небезопасность людей в целом. То есть ты не ощущаешь себя в безопасности на отдыхе, ты постоянно на чеку находишься. Я знаю случаи, точнее, слышала от местных, и вообще кто там проживает из русских тоже, они рассказывали о том, что, например, если это полицейский и виноват русский, ой, виноват абхазец, который напал на русского, например, да, то осудят русского и выпишут ему штраф, а абхазцу еще скажут: давай мою дань, да. Там это процветает, к сожалению. Я говорю, не за всех. Есть и хорошие люди, но большинство. Давайте по статистике смотреть, да? Вот, и это тоже как бы есть. И когда вы идете мимо пешехода, то есть вы должны смотреть на 360 градусов. Вот серьезно, потому что машина, даже если есть светофор, а светофоров-то практически нет, я вам про это сейчас объясню, потому что там не соблюдаются правила дорожного движения элементарные. Абхазцы не пристегиваются, гонят, куда-то спешат, матерятся на людей, которые идут по пешеходному переходу, и... Вот это странно, то есть здесь там не ценится какая-то, знаешь, мера безопасности, и этого просто нет, и вот это пугает на самом деле, поэтому в этом плане там небезопасно. Если вы попадете в конфликтную ситуацию с абхазцем, то я вам могу посоветовать ехать домой, а не вступать в конфликт. Что еще из минусов? Я не считаю это особым большим минусом. Для меня как бы животные это круто, но потом меня начало это напрягать. Там были животные такие бездомные, я такая, блин, так здорово. Они такие классные, но они, конечно, болеют очень много, переносят заразы, вот это вот все тоже неприятно, они очень к тебе постоянно подходят, и вот это начало меня напрягать на этот момент, что их очень много, даже ты в кафе сидишь, их не выгоняют хозяева, ну там бывает, тот там выгоняет, но чтобы так вот прям сильно, чтобы следить за этим, никто за этим не следит. Очень много бесхозных животных, бездомных, которые просто живут за счет туристов, их там подкармливает кто-то, например, да, есть то и сами подкармливают владельцы, но как бы это там нежелательно, они как бы это не одобряют, потому что животные потом привязываются к этой точке и думают, о, классно, тут покормят бесплатно. Они бывают и агрессивные некоторые, бывают там прям подбегают, лают, то есть это тоже небезопасно и антисанитарно, конечно, то есть, и, кстати, по поводу антисанитарии в столовых, в ресторанах.
На вид самый прям лучший ресторан, там, или, ой, столовая в Новом Афоне, мы заходим, моем руки и понимаем, что огромная гора тараканов просто спускается, и ты, господи боже, вот антисанитария там, конечно, тоже зашкаливает в этом плане, там безумно грязно. Мы были в номере, в принципе, мне было пофигу, где жить, потому что для меня море, кайф, тут выбежал, оделся, памс, все круто, вот, но вот этот факт, то, что там грязно, вот, нам приходила уборщица, русская, причем женщина, но она так убрала пол, чтобы вот вы понимали, она убрала тряпку, даже в воду не макала, она просто протерла там пару штук, и все, и пауки, ну, вот антисанитария, да, безумная, это факт, прям определенный, я тут даже, мне кажется, тут даже спорить-то не будет, кто там был, они понимают, о чем я говорю. Вот, но в целом у меня остались положительные эмоции, потому что они, может быть, больше приправлены какой-то романтикой и всякими разными такими делами. Вот, поэтому, если вы взвесите все за и против, то вы должны сами выбирать, конечно, ехать вам или не ехать в Абхазию. Но мои, как бы, мои эмоции, они более положительные, чем негативные, но возвращаться, ехать туда второй раз, и, конечно, не зарекаюсь, как бы, вот, но я бы, наверное, не поехала больше в Абхазию, мне, в принципе, хватило. Если, за одним исключением, если настолько загадят в России или где-либо-то еще место для купания, и Абхазия останется такой девственной, но разрушенной природой, я поеду туда еще раз. Вот, на сегодня это все. Спасибо, что были со мной. Ребята, ставьте лайки, подписывайтесь, пишите комментарии, как вам такая рубрика моих путешествий, рассказы. Вот, и, конечно же, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить мой следующий ролик, потому что дальше будет очень много всего интересного. Вы пишите мне комментарии, я очень рада, блин, ребят, спасибо большое. Вы накидываете мне идеи, о чем мне писать, о чем, точнее, мне снимать ролики. Пишу я, конечно же, сценарии, но все-таки о чем мне снимать ролики. Спасибо большое, я вас очень всех люблю. И до следующих видео. Пока!